Всем привет, с вами Макс Гинтер, мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 Genocide. Сегодня мы постараемся пройти 17-ю миссию 2-го акта. Так, предыдущая была вот эта вот. А сегодня у нас 17-я уже миссия, и остается всего-навсего 4 миссии, и мы пройдем 2-й акт. Вот, потом я сделаю там большой перерывчик. Ну и со временем добьем третий. Новых актов не добавили пока что. Возможно, будет. Вообще там, на самом деле, концовку не буду спорить. Просто скажу, что концовка, она такая задела на продолжение. Либо на вторую часть. Но я надеюсь, что в этой части будет. Потому что, блин, ну какой смысл делать еще одни такие же шахматы? Легче, по-моему, всякие DLC выпускать. Так. Ну все, давайте тогда начинать. Да, вот была 17-я миссия The Orcs cannot stand against the unleashed fury of the Death Company. I believe it was wise to separate them from the rest of our forces. Captain Draco is skilled, but I fear the chapter's curse may affect even him. Так, миссия называется «Освобожденная ярость». Читаем. Библиарий Бальдесер. Орки не выдержат обрушившейся на них ярости роты смерти. Отделение их от остальной армии считаю разумным решением. Капитан Драко опытен, но, боюсь, проклятие Вервина могло повлиять даже на него. Входящая передача данных. За пределами здравого смысла или стратегии роты смерти преследуют лишь одну цель – убивать. Преследуя вражеского командира, они мало задумываются о чем-либо еще, кроме прорубания сквозь вражеские линии, дабы поймать варбосса. Главная цель – дойдите до целевой зоны противника. Второстепенная цель – не потеряйте ни одного юнита. Условия поражения – библиарий уничтожен. Конец передачи данных. Так, ну что можно сказать? Давайте попробуем пройти миссию. Я уже не в первый раз пытаюсь ее пройти. И я, на самом деле, не помню, как я проходил. Попробуем, давайте сейчас вот так вот. Я пробовал до этого сюда продвигать королеву. Пробовал вот этих вот до их товарищей убивать, но ничего не в общем, не вышло из этого. Ну какого хера ты мажешь, я вот этого не понимаю. Open fire! We sure had one of them targeting squigs. Are they hiding? Are he's waiting? Ducks. Ready to strike. Our jump packs bring us to battle. Помогаем. Конем. Throwing grenade. Шикарно. Народу смерти, да? Угу. Open fire! Херенные же стрелки. Boss, we got the upper hand. You can't kill me. I was thinking this would be a good shooting spot. Standing by. Glory awaits. Forward, brothers! Execute. Надеюсь, не будут мазать. Отлично. Бол пистолета. Так, твою мать, ну как ты вообще стреляешь-то? Жопу, что ли, пистолет делаешь, я не понимаю.
Отлично. Last one there is a puny elder. They got more armor than us, boss. Easy target. Плохо. Я сожрать. Yes, brother, captain. Death to the enemy. They fall before us. Получай, гадник. Так. Теперь нам нужно вот сюда вот будет поставить королеву. Там всякие ништяки повключать. После того, как мы ее поставим туда. И надеяться на лучшее, в общем-то. Open fire! Weapon ready! Красава, критический. Критическое попадание. Тут тоже вообще красавчик. If you say so. Тварь, а? This thing says it's dangerous up close. Blast them! Так, этого надо убирать. Victory is within our grasp. Flee before us! Take that! Сюда вот на всякий случай поставимся. На будущее такой задел. Any knob knows that! Тварь, а? Ну мы там сможем перехитрить на самом деле его. Опять же, при положительных тенденциях. Да-да. Привет, девочку. Nothing shall stop us now. Fear my fury unleashed! Так, ну что ж, надеюсь, все выгорит. Be gone from this place. Сейчас мы делаем, давайте. Сначала вот так вот. Интересно, а можем на. Да, можно еще и это поставить. Шикарно. Так, ну пока давайте посмотрим, что он предпримет. По идее, он не может меня атаковать, потому что я, типа, невидимый. Если сейчас он кинет, правда, гранатку, вот это будет вот неожиданное. Не, а он не кинет, потому что он только недавно вроде кинул. Вчера ты молодец. Пипец. I hold the key to Alv, advancing into battle. Давайте его закроем, что ли, вот так вот, потому что... А, не, уже не закроем. Фак. Блин, надеюсь, его не убьют, потому что это будет тогда отстоен. Полнейшим. Всех закаверил. Ну, надеюсь, получится, блин. Но если он сейчас, конечно, убьет пешку слева... Будет, конечно, блин. Нет, фух. Все, прошли мы миссии. Проблемные. Вот такие вот дела. В общем-то, главное тут тактика какая. С правого фланга прорываем себе проход. Вот, убиваем там врага. И через этот, в общем, проход вот таким вот макаром, хитрожопым, через инвиз, через щит заходим на поле, на клетку, в общем. А на этом все. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на Ютубе, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.